Физкульт-привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Вы попали на канал Heavy Metal Gym, на специальный плейлист, где я пошагово учу и рассказываю, как грамотно изменять свое отношение к питанию, к тренингу, для людей, которые хотят быть здоровыми, хорошо себя чувствовать и эстетически выглядеть. Это не для тех, кто хочет быть выступающим спортсменом, увеличивать супермышечную массу, либо прорисовывать себя до кости. Эти видеоролики, этот плейлист именно для тех, кто хочет быть нормальным человеком, при этом хорошо себя чувствовать, хорошо выглядеть, сохраняя и улучшая при этом здоровье. Посмотрите предыдущие ролики, где я рассказываю о голодании, о том, как правильно использовать воду, чтобы добиться всего того, о чем мы с вами говорили выше. Что нужно есть, к примеру, 2 банана каждый день и для чего. А сегодня мы поговорим о яйцах. Да, друзья, яйца – это самый лучший продукт, который только вы можете себе позволить и должны есть их ежедневно. Причем цельными. Миф о том, что холестерин в яйцах повышает уровень холестерина в нашем организме, является полной чушью. Точно так же, как и то, что если вы будете есть много холестерина, будет повышаться холестерин в вашем организме. Это совершенно не связанные процессы, о чем я говорил еще 3 года назад, и сейчас многие другие блогеры, доктора начинают об этом говорить. И что самое главное, сам по себе холестерин не является причиной ни атеросклероза, ничего другого. Не забывайте, что без холестерина в мужском организме, да и в женском, не будет вырабатываться никаких гормонов. Не забывайте о том, что холестерином усланы внутренние стенки наших легких. Это если вкратце. Но что самое главное, в желтке больше питательных веществ, качественных, нужных нам, чем белке. И причем желток содержит половину всего белка цельного яйца. Обязательно только цельные яйца. Это и селен, и витамины группы В. И что самое главное, почему-то об этом нигде не говорится. Именно в цельном яйце, в желтке, содержится кислота, которая, попадая в организм, борется с уровнем холестерина. Да, действительно, понижая уровень плохого холестерина. Кто не знает, изучите, что такое плохой, хороший протеин. Либо протеины высокой и низкой плотности. Но не об этом речь. Речь о том, что как качественно начать изменять себя в питании, для того, чтобы изменяться внешне и внутренне. И сегодня будут яйца. И сегодня, и завтра, и на протяжении всей вашей оставшейся жизни. Но только не сырые. Лучше всего есть вареные яйца. 3 яйца и овсяная каша утром. И 2-3 яйца вечером, за 1,5-2 часа до сна. Такое простое правило настолько качественно изменит ваше тело уже за 2 недели, что вы будете шокированы. И забудьте, выбросьте все мифы о вреде яиц. Почему, вы спросите, профессиональные бодибилдеры не употребляют желтки? Все очень просто. Профессиональные бодибилдеры используют огромное количество различной фармакологии. Стероидов, других гормонов, гормон роста, инсулин, гормоны щитовидной железы. Но здесь говорим именно о стероидных гормонах. Именно эти гормоны как раз таки и накапливают лишний холестерин в нашем организме при условии его попадания. Именно поэтому люди, которые сидят на фармакологии, вынуждены есть меньше жирной пищи и, естественно, стараться не получать холестерин из яичных желтков. Вот почему мне их жаль, друзья. Все мы должны есть яйца целиком. Это и качественно, и полезно для нашего с вами организма. Это скажется очень хорошо и на ваших волосах, ногтях. Это в первую очередь касается девчонок. И что касается всех нас, это качественно улучшит и состояние, и ощущение наших суставов. Друзья, пошагово, грамотно изучайте видео в данном плейлисте, и вы будете улучшать качество своей жизни и становиться лучше, эстетичнее внешне. Что, естественно, будет радовать ваше окружение и вас лично.
А что может быть лучше, чем жить и получать от этой жизни удовольствие? А мы с вами увидимся в следующий раз в тренажерном зале. Обязательно пишите в комментариях, какие вопросы, какие темы вы хотите увидеть в следующих видеороликах. Всем сухой мышечной массы и силы без травм! Друзья, не пропустите, я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка-среднячка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы, чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше. Чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию, на все типы мышечных валов. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график, и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группу. Но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек. Нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока! Сухой мышечной массы и силы без травм!